В своем недавнем интервью президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что популяризация национальных видов спорта имеет большое значение. Важность заключается не только в достижении спортивных побед, но и в формировании национальных и культурных ценностей. Не будет преувеличением сказать, что национальный спорт и духовность – это два тесно связанных между собой понятия. Если присутствует национальный дух, то и в спорте можно ожидать высоких достижений. В советские годы казахские виды спорта были практически забыты. Их не развивали и не культивировали, относились к ним как к пережиткам прошлого. Вспоминали о них лишь по праздникам. В области для популяризации национальных видов борьбы в нашем виде, что отличается от всех видов олимпийских, неолимпийских, в каждом районе области есть села, есть школы. И везде казакрос популярный, потому что здесь не требуется очень дорогого инвентаря, дорогого зала. Для популяризации что у нас? Проводятся районные соревнования в каждом районе. Мы за 20 лет работы развили этот вид спорта, что на чемпионате области участвует не менее 13-15 районов. Также проводится ежегодно спартакиада школьников. Сейчас в области можно наблюдать тенденцию возрождения и популяризации национального спорта. Казахстанцы все чаще проявляют интерес к данным играм, что, безусловно, положительно влияет на национальное самосознание в целом. В 2010 году в чемпионате мира по казак-куресе участвовали борцы из более 40 стран. Тохыс Кумалак среди интеллектуальных игр занимает второе место в мире. 7 лет хожу на борьбу. Нравится спорт, потому что стойка, чистая борьба, стойки на ногах, как и пригодится в жизни. И также в жизни для всего, защита семьи. На сегодняшний день проводятся различные мероприятия, способствующие развитию данных видов спорта, которых, к слову, у нас в стране насчитывается более 20. Казахский народ с древних времен особое внимание уделял интересному досугу. Мероприятия не обходились без проведения подвижных игр. Я являюсь кандидатом мастера спорта в этом спорте. Казах-курес является национальным видом спорта казахов. Этот вид по-своему прекрасен, потому что в этом виде спорта это казахская борьба. Этим спортом только не только казахи, но и турки и так далее. Турки, узбеки, все это занимаются. Она сейчас развивается, и я думаю, что этот спорт есть очень большое будущее. Стоит отметить, что в последнее время национальные игры приобрели серьезный статус, переходя из разряда развлечений в самостоятельные спортивные дисциплины. Некоторые из них поднялись на мировой уровень и уже близки к тем видам спорта, которые входят в азиатские и олимпийские игры. Эдуард Погребицкий, Сабырбек Шериазданов, Кокчи Акпарат.